Так, ну вот еще посылка у нас такая пришла. Заказывал зарядное устройство для аккумуляторов. У меня есть один. На один аккумулятор неудобно. Этот полностью автоматический. Сам подбирает ток для каждой батареи, для каждого, как бы сказать, аккумулятора. У него есть функция, проверка емкости, как бы так сказать. Упаковано хорошо. Посылка шла там, примерно где-то, наверное, месяц, шла. Так, где она шла? В комплекте идет у него автомобильное зарядное устройство. Можно его пользоваться в машине, с собой куда-то поехал, взял. Есть сетевой еще. Как бы универсальный сетевой и автомобильный эти. Так, инструкция. Инструкция, по-моему. А, нет, есть на русском языке инструкция. Все, китайский, английский, русский, много языков. Все показано, все указано, как все. Сам прибор выглядит вот так. С этой стороны, по-моему, у него, как я читал, можно вставлять аккумулятор, переключаешь на режим, он его как бы заряжает, потом разряжает полностью и по новой заряжает и выдает прибор, сколько точной емкости у данного аккумулятора. Можно использовать как сразу все четыре разные емкости, начиная от маленького аккумулятора, ну и средние всякие большие, вот разъемы у него. Четыре штуки за раз можно ставить и заряжать. Прибор очень хороший, удобный. Так что, кому нужен такой прибор, заказывайте. Рекомендую.